Всем привет! Здрасте! Соскучились? Мы да. Короче, обзавелись скубом, наконец-то. И прошло и года. Лезем вот в эту маленькую речечку. Пробовать. Ребятня наверху ходит по урочищу. Может, что найдет с двумя приборами. А мы сейчас с одним и со скубом полезем вот сюда. Движухи здесь были капитальные в свое время. Вот. Сейчас я пока камеру с собой в воду брать не буду, иначе, как обычно, утоплю что-нибудь. Вот. Если что-то найдем, вылезу, покажу. Так, дорогие друзья, выбрались из реки. Рассказывал. По сути, была первая вылазка со скобом. Сначала, конечно, выбрали, естественно, не самое лучшее место для тренировки. Там каменистое дно, где-то песчаные намывы. Сначала было вообще очень сложно сигналы, глазик протереть, сигналы доставать. Потом вроде руку набили, начали доставать пробки уже, там крышечки, всякую хренобору. Пролазили 4 часа, ценного, естественно, пока ничего не нашли. Но моральное удовлетворение от первой вылазки, конечно, есть. Осталось 3 часа, завтра утром в Москву. У нас очень короткий вот этот выезд. Ходим по картошке, может, что-нибудь найдем. Уезжаем вечером. Ну, в смысле, домой, а потом утром в Москву. Первый сигнал. Копеечка. Не первый, просто первый достой. Ну да. 30-й годик. Забираем. Спашка чуть-чуть прилегла. Ходить, конечно, да. В прошлый раз ходили, как Витя сказал, говорит, как эти, как кузнечики, что ли, говорит, потом на это, на твердую почву вылезли. Идти нормально не можем. Она как пух была. Сейчас, конечно, поприбила. С этой стороны советы. А вот стоим. Хорошо. Да, буквы хорошо. Ребят, нечастая находка. Положим на руку. Смотрите. Сейчас попробую приблизить. Это медный бунт. Сохран. Но он с буквами. Смотрите. Сохран. А переверни. Там даже части всадника. Очень нечасто. Видно. Они обычно такие убитые. Там вон. А тут даже вон коняшку видно с копьем. Прикольно. Очень прикольно. Да, красота сейчас ходить. Ветерок. Все пролегло. Какая-то странная монета выскочила. Здесь копейка рамочная. А, да, убитый. Держи. Сейчас камушек покажу интересный. Сейчас достану. Нашли вот такой камушек. Смотрите. Вот точно ведь не природа делала. Смотрите, какой ровный. Фасочка снята, как будто бы квадратненький облом. Интересно, от чего такое? Пишем в комментарии. Нам интересно. Интересно нам очень. Да, сколько все-таки ходим сейчас после перепашки. Видимо, не очень она удачная. Что? Какой был, скажем так, разнообразие находок до того, сейчас единичный крестик появился на свет. На горе. А? На этой, на горе у земли. А-а-а. Видишь, я ушла. Вон, да, целенький. Хорошо. Красивый. С какими-то узорчиками сзади. Забираем. Так, добрели до камня. Здесь вот брод, кто знает, тот поймет. Нечастая сегодня находочка.
убитая совсем. Совсем убита. Но все равно забираем. Кручусь вокруг камешка. Все-таки сгорело здесь что-то. Смотрите. Серебро. А скорее всего горелое. Будем потом отмывать. Чешуйка. Ну вот что-то хоть есть. Солнце к закату. Почему? Сейчас. Князь, кто тут? Ну, понятно. Короче, чешуя осталась. Что за эти крылышки? Так. Ну, в итоге походили мы сколько? Часа 2.5, наверное. Чуть-чуть наковыряли он. Крестик в зачет уходит однозначно. За чешуей я не полезу, мне, честно говоря, лень. Там она горелая, медный бунт один с надписями, что, в общем-то, интересно. Не часто они попадаются. Вот. И одна вроде целая. Самое главное, что я хотел узнать от этого поля, будет ли здесь лезть чешуя. Будет. 4 штуки вынули. Значит, пойдет, я думаю. Куда она не денется. Вот такой вот видосик получился. Как раз для просмотра долгими зимними вечерами. Кому не лень, делитесь видео, ставьте всякие пальцы. Вверх, вниз. Все равно оценка. Всем спасибо большое. И всем пока.